То, что вчера сделали американцы, к этому не имеет отношения ни один политик в Республике Молдова. Поэтому нечего одним, вторым или третьим это себе как-то присваивать. То, что они приняли решение и решили Плохотнюка потерять, это для меня была ожидаемая новость, потому что, если вы помните, я в свое время говорил о том, что он находится в США, о том, что он попросил политическое убежище, о том, что несколько раз переносилось рассмотрение, и ему политическое убежище никто не дал, об этом я говорил на каналах, те, кто следил за моими эфирами, значит, все это видели. Значит, было принято решение избавиться от него, потому что, ну, к нему есть очень много вопросов. Я вам хочу сказать и другую очень важную вещь, что под решением, которое было принято в США, подписались практически все цивилизованные государства. Я уверен, что подпишутся и остальные. Хочу вам заявить со всей ответственностью, что Плохотнюк не может, например, уехать попросить сейчас убежище в Лондон, в Великобритании, да, либо в других странах, потому что, ну, во-первых, его туда уже не пустят, плюс в какую бы страну мира он сегодня бы не поехал, он будет сегодня задержан и экстрадирован в Молдову. Значит, Плохотнюку на самом деле очень грустно, потому что вы понимаете, да, человек владел страной, делал все, что хотел, и сегодня у него, как я также говорил на некоторых телеканалах, я говорил о том, что у Плохотнюка есть всего два хороших паспорта. Совершенно имеется в виду, что два законных паспорта, и он может в эти страны вернуться. Значит, первый законный паспорт – это у него паспорт гражданина Республики Молдова. Второй паспорт – это паспорт гражданина Румынии. Значит, в США дела обстоят следующим образом. Значит, адвокат в течение 10 дней может обжаловать в суде решение, которое было принято по Плохотнюку. Значит, но в ближайшие дни, никто ему там не даст сидеть до суда, в ближайшие дни он обязан покинуть территорию Соединенных Штатов Америки. Ему некуда сегодня ехать.